центра, которые усиливают нас и воздействуют на рецепт молокодачи для того, чтобы коровка нам отдала полностью все молоко. Так, вот, сдаю, посмотрел, проверил, я попаднее скажу, ты чего это делается. Следующее, он обязательно обработает свои руки, прежде чем работать салфеткой, продезинфицирует ручки. Салфеточка сейчас не подработает, пусть вас не смущает, например, потому что у коровы не сразу наступает рефлексия молокодачи современных коров, и такой высокой продуктивности у них этот процесс длится где-то 61 ур. Дальше посмотрите, обходится точка методом откручивания. Подсекание кончика соска обязательно, он обтирает каждый сосочек. Обтирает. Посмотрите внимательно, как это делается. И дальше. Складывает еще салфетку дополнительно и протирает кончики сосков. Для того, чтобы молочко было очень усыпательным. Есть коробка здесь. Коробка кушает. Посмотрите на макушке. Ну, сейчас следующая операция. Мы будем подсоединять горячие стаканчики. Здесь тоже есть несколько приемов. Но, например, я покажу один из приемов. Так, спокойненько. Спокойно. Так, подсоединяем. Нам нужно подвинуть оператор пола, чтобы туда не попали дырочки. Ну и, естественно, сразу касался сосочка, потому что смотрите, сразу прибор. И здесь самое главное, чтобы вот здесь это большой кусок молока. И смотрите, на производстве за первые 2 минуты 50% молока уже от коровы получается. Это очень хорошо от коровы получила молоко. Так вот я хочу обратить ваше внимание на такой момент. Вот для чего мы ставим вам первые стойки. У нас в каком-то даже есть такой тест. И я всегда говорю, что оператор не ответит на этот тест, на этот вопрос, то я не считаю, что он квалифицированный оператор. Значит, мы ставим вам первые стойки для следующих моментов. Первое, мы удаляем вакцинированную кровку. Второе, мы удаляем автоматическую кровку. Дальше мы определяем мастит. Мы когда вдаливаем, то мы определяем степень призрака молока. Затем после мы мастируем дополнительно сосок. Самое главное, вы обратите внимание, что вот здесь ёжиком еще не поджигает постепенно время, потому что он это делает по обтиранию. Я говорю к оператору вашего мужчинного заявления, они вам оставляют вам. Вот, аналитика лежала в карман, и сейчас видите, как она делает приятные, заставляет удовольствие. И вот, мне